Дорогие друзья и зрители нашего канала, я рад вас приветствовать в городе Сочи. С вами Дмитрий, лучший самопровозглашенный консультант по подбору недвижимости в городе Сочи. Семья, всем привет, это Сочи, Краснодарский край, низкий вам поклон. Ко мне по вопросам покупки недвижимости, продажи вашей недвижимости в городе Сочи, ремонт квартир под ключ в течение 3 месяца, дорогие друзья, любой сложности и, конечно же, строительство. Плюс доверительное управление, в простонародье аренда. Обо всем об этом поподробнее. Кто не знаком, а кто знаком, то есть так это уже все знает и неоднократно слышал эту информацию на наших видеообзорах. Итак, дорогие друзья, 3 сотки земли, 205 квадратных метров, хороший капитальный монолитный дом, бассейн, мангальная зона, великолепно. И подъездные пути в виде двухполосной асфальтированной дороги, локация Черешня, Адлер, цена 26 миллионов рублей. Цены немножко снизили, поэтому я спешу вам об этом сообщить. Был период времени, когда продавался весь этот поселок, я вам хочу сказать, этот дом стоил даже больше 30 миллионов, дорогие друзья. 33 миллиона на моей памяти была цена этого дома. Все продано. Сейчас мы приехали, я вам объясню, почему я решил сейчас заснять для вас этот дом. Мы приехали вот в этом доме, в нижнем самом, вот видите, где металлокаркас вот такой вот у нас на крыше. Сейчас уже частично произведен ремонт, и нас попросили оценить, так сказать, доделки, что называется. То есть доделать причастовой ремонт и сделать чистовой ремонт. Причем застройщик вот порекомендовал нас, застройщик, который строил этот поселок, да, потому что тоже является нашим подписчиком, моим хорошим товарищем. Поэтому с огромным удовольствием мы сейчас с Александром оценим, так сказать, там ремонт. А заодно я решил вам напомнить и сказать, что за 26 миллионов рублей мы показывали этот дом неоднократно. Многим он нравится, наличная ипотека, проблем нет. Центрального водоснабжения, газ, дорогие друзья, уже заведен в дом. Это важно. И свет 15 кВт, 3 фазы. Бассейн у нас, как вы видите, и можете наблюдать своими, так сказать, сейчас глазами, имеет, так сказать, немножечко, можно сказать, неправильную форму, но это достаточно комфортно. Да? Здесь вы можете вот так вот плавать, здесь ваши детки маленькие могут сидеть на ступенечках, да и вы, собственно говоря, с бокальчиком можете здесь. Гейзер также установлен. Отделка бассейна, как вы видите, это у нас с вами черепица, да? Вот. Поэтому, о, господи, черепица, все. Дмитрий Александрович уже 43 года, дорогие друзья, уже сами понимаете. Ну, монтировать это мы не можем, потому что все, вот без косяков ничего не бывает. Кто не совершает ошибок, дорогие друзья, тот ничего не делает. Поэтому бассейн у нас черепица, черепица. Бассейн у нас мозаика, пожалуйста, обратите внимание. Да, и, соответственно, забор по всему периметру. Да и, собственно говоря, виды сейчас вы увидите прекрасно. Даже с нулевой точки, какие видовые характеристики. Здесь в свое время был сделан демонтаж. Поставили вот такие вот великолепные окна, светоотражающие, энергосберегающие. Классные реально окна. Смотрятся очень и очень, дорогие друзья, круто. На самом деле, правда, круто. Здесь, соответственно, как вы видите, у нас, значит, положена брусчаточка. Ну, в общем, территория небольшая. Парковка есть, подъездные пути хорошие, можно парковаться спокойно на улице. С нулевой точки вы видите, пожалуйста, море, город, и днем, так сказать, и ночью красивые, здесь достаточно видовые характеристики, дорогие друзья. Вот можете посмотреть наглядно, это у нас с нулевой точки. Здесь, соответственно, камин, готовите шашлыки, аккуратненько мясо жарите. Здесь у нас, соответственно, рукомойничек. Вот, по территории. Территория небольшая, фасадик аккуратненький, подсветочка, вы все это тоже видите своими глазами. Здесь у нас стойки растут, аккуратненько здесь спрятан септик. Здесь у нас оборудование для бассейна полностью. Пожалуйста, продемонстрирую вам это. Все, здесь это для гейзера стоит и, соответственно, очистное для бассейна. Все, газ заведен, как я вам уже сказал, фасадик аккуратненький, все нормально. Спокойненько заезжаете, машинку паркуете. Все, вход, навесик, ну, все как положено. Все, хорошая капитальная дверь. Посмотрите, пожалуйста, своим взглядом. Все, заходим в дом. Здесь уже можно фантазировать как угодно. Подличное пространство, как я всегда говорю, для хранения хлама. Здесь ставите гардеробный шкаф до потолка. Здесь в этой части спокойненько зонируется спальня-кабинет, то есть ставится перегородка, зонируется спальня-кабинет, монолитные перекрытия, керамзитоблочное заполнение, кухня-гостиная. Все, кухонная зона, обеденная зона, выход, соответственно, к бассейну с нулевой точки. Пожалуйста, обратите внимание, опять же, сидите, обедайте. Потрясающие видовые характеристики на море и на город. Все, здесь вышли, дети выбегают, купаются, отдыхают, кайфуют, еще раз говорю, с потрясающими видами, дорогие друзья. До всей инфраструктуры абсолютно, то есть ехать самую малость, всего-навсего, 10 минут вы на любом пляже. Какой вы предпочитаете, бархатные сезоны или крылья Балтики. 10 минут, и вы на море. Аэропорт не в пешей доступности, но, по крайней мере, как бы спокойненько доедете. Внизу спальню я вам показал. Здесь тоже поднялись еще, можно дополнительно, какой-то гардеробный шкаф. Опять же, еще одна комната зонируется здесь.
виды из этой комнаты. Абсолютно. Зелень, горы. Ну и здесь, дорогие друзья, можно сделать, например, мастер-спальню. Можно сделать мастер-спальню, потому что площадь позволяет. То есть теоретически, конечно, здесь на самом деле можно и две сделать без проблем. В этой части сделать одну спальню, и здесь будет вторая спальня. Ну, тут уже смотрите по потребностям, как вам необходимо. Да, по хорошему счету, здесь, конечно, одну такую шикарную мастер-спальню. То есть просыпаетесь, засыпаете, вот такие потрясающие видовые характеристики у вас. Выходите на балкон. Здесь, соответственно, с балкона тоже виды просто потрясающие, бомбические на самом деле. Все, я по прошлый обзор для вас сделал, сосед делал бассейн. Представляете, уже все готово. Посмотрите, какая получилась красота. И парковка, и бассейн. Просто рыли здесь котлован. И кто видел прошлый обзор на этот дом, цена была чуть-чуть подороже, тот помнит или вспомнит, по крайней мере, да. Мы готовы, опять же, зайти на ремонт в любую секунду. Ну, дом, вы понимаете, да, 3 месяца, давайте заложим все-таки, наверное, 4, максимум 5 месяцев, в зависимости от инженерных решений и от ваших дизайнерских решений. Здесь поднимаюсь на третий этаж, тоже что-то можно поставить, какой-то, не знаю, ну, есть место. Посидеть там, не знаю, кайфануть, книжку почитать, в теньке спрятаться. А эксплуатируемая кровля уже полностью готова. Посмотрите, пожалуйста, дорогие друзья, это у нас керамогранит. Здесь тоже керамогранит, все гидроизолировано полностью, утеплено. Здесь, посмотрите, как тоже сделано аккуратненько, ну, качественно. Просто качественно. Посмотрите, как сделали соседи. Просто потрясающе. Стол, летняя кухонка, цветы. Ну, красота и только. Просто красота, дорогие друзья, и только. Посмотрите, бассейн, все дела. У вас тоже бассейн, все дела. Класс. Просто кайф. Ну, не кайф ли это, скажите мне? Посмотрите, какая эксплуатируемая кровля. Просто бомбическая. Также выводим сюда вам летнюю кухню. Также все делаем. Разуклоночка, водоотведение. Ну, все сделано. В этой части, соответственно, видите, да? Или вам надо приближать? Пожалуйста, приближай. В этой части, пожалуйста, все разуклоночка. В этой части сюда уходит водичка. Посмотрите, красота какая. Все. Кайф, дорогие друзья. Красота и кайф. Коттеджный поселок, однородное соседство. У меня прям вот-вот-вот-вот. Так сказать, не то, что сорвалась, как бы, да, просто не состоялась сделка по этому дому. Немножечко люди не смогли с деньгами как бы определиться. Не получилось у них. Просто не получилось. Вот. Ну, не получилось у них, получится у вас. 100%. Все, в обратном порядке теперь спокойненько спускаемся. Широкий лестничный марш, хорошие окна, посмотрите, пожалуйста. Светлый дом, просторный дом. Еще раз обращайте в обратном пути на эту спальню. Обращайте внимание еще раз, дорогие друзья, на вашу мастер-спальню, либо две спальни. Итого, что мы имеем? Две, либо три спальни на втором этаже, одна на первом. То есть полноценный дом под вашу семью. 205 квадратных метров. Все видите прекрасно и наглядно. Дорогие друзья, предлагаю подытожить. Считаю реально, что дом с газом, со светом, еще раз подчеркну, 15 кВт 3 фазы, с центральным водоснабжением, которое полностью заведено на участок. Вот вам, пожалуйста, все здесь есть. Подъездные пути, как вы видите, посмотрите, великолепные. Здесь вы можете припарковаться раз, два, три, сколько хотите еще машин здесь спокойненько поставить. Да? До вашего дома вот такая широкая дорога, посмотрите, пожалуйста. Да? Поселок тупиковый, дальше место непроездное. И здесь, соответственно, раз, два, три, четыре, четыре дома. Вот в этот дом мы сейчас пойдем с Александром, я его жду, и будем приценивать, а что по ремонту. Вот такая вот история, дорогие друзья. Вот один единственный дом, красавчик, как говорит наш великолепный Артур. Дорогие друзья, привет. Ты чего пришел? Чего? Бутылку, подожди, я доснимаю, сейчас я к тебе выйду. Подожди, у меня в машине есть для тебя сюрприз. Подожди. Вот, вот такая вот история, дорогие друзья. Предлагаю на этом, собственно говоря, и подытожить. 26 миллионов рублей, классный дом на всех абсолютно коммуникациях. Поэтому всех вас жду. И не забывайте, пожалуйста, заказывайте, он положил бутылку. Смотрите на него. Сейчас я приду. Ты хочешь, чтобы я с тобой поиграл? Да? Сейчас я приду, подожди секунду. Вот, поэтому, дорогие друзья, кто хочет, не забывайте, пожалуйста, заказывать у нас ремонт под ключ. Есть видео на канале, надо, я подробно пришлю сразу видеообзоры, посмотрите. Дорогие друзья, ремонт и строительство, аренда, доверительное управление, работаем 70 на 30. Все условия по телефону, которые в левом нижнем углу экрана, набирайте. WhatsApp, Telegram, пишите сообщения, записывайте голосовые, звоните мне. Ссылочки на все социальные сети, Instagram, ВК, Telegram-канал, Рутуб, Ютуб, Яндекс.Зен и так далее, есть в описании под каждым видеороликом. Там много минутного формата, также специально я для вас его записываю по возможности. Хотите в этом формате наблюдать и смотреть, пожалуйста, пишите мне на WhatsApp, я скину вам ссылочки на любые социальные сети, которыми вы пользуетесь. Всем счастья, здоровья, любви, всех обнимаю, для вас всегда на связи ваш покорный слуга Дмитрий Александрович.
Низкий вам поклон. Все, пока-пока, семья. Обратите еще раз внимание на этот дом. Как бы сказал Артур, обратите внимание на этого красавчика. Обнял. Пока-пока.